Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 234 на странице 132 учебника по русскому языку для 3 класса, автор Климановой. Прочитайте высказывания писателя и поэта о матери. Запишите их, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Выпишите выделенные слова, разберите их как части речи. Объясните постановку запятой во втором предложении. Без матери нет ни поэта, ни героя. Без матери, без чего, без кого. Это предлог пишем раздельно. Мама, имя твое я несу через жизнь, как святыню. Жизнь, жиши, пишем с буквой И. Святыню, бездарно гласное я, проверочное слово свят. Любовь к родине начинается с любви к матери. С чего, пишем раздельно, предлог к кому, матери. Пишем раздельно, это предлог. Добро в сердцах и делах детей, это счастье матери. Добро, бездарно гласное О, проверочное слово добрый. В чем, это предлог, пишем раздельно. Счастье, разделительный мягкий знак. Сердце матери – неиссякаемый источник чудес. Сердце. Непроизносимое «д» – проверочное слово «сердечный». Источник. ЧН пишем без мягкого знака. Теперь выписываем выделенные слова, разбираем как части речи. Поэта. Имя существительное. Начальная форма «кто поэт». Нарицательное, одушевленное. Поэта – единственное число. Кого поэта. Родительный падеж – поэт, мужской род. Несу – это глагол. Начальная форма «что делать?» – «нести». Несу я один, единственное число, несу сейчас, настоящее время. Жизнь, имя существительное, что жизнь? Начальная форма жизнь, нарицательная, неодушевленная. Жизнь одна, в единственном числе. Через что? Винительный падеж. Жизнь она моя, женский род. Родине, имя существительное, начальная форма что? Родина, нарицательная, неодушевленная. Родина стоит в единственном числе. Любовь к чему? Дательный падеж. Родина она моя, женский род. Чудес. Имя существительное. Начальная форма что? Чудо. Нарицательное, неодушевленное. Чудес. Их много во множественном числе стоит. Источник чего? Родительный падеж. Чудо. Средний род. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.